Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников и описание к ним по книге «Великий музей мира». Морец Даниэль Оппенхейм, мастерская скульптора Эдуарда Шмидта Лауница. 1852 год, холст масла 75/59. Морец Даниэль Оппенхейм – один из первых еврейских художников периода эмансипации в Германии, получивший широкое признание среди современников. В то время как другие мастера были вынуждены принять христианство, чтобы получить возможность работать, Оппенхейм оставался верен своим корням, и сцены из традиционной семейной жизни в гетто являлись его излюбленным мотивом. Живописец первый, кому разрешили получить академическое образование. Известность он приобрел, выполняя портреты семейства Ротшильд, оказавшего живописцу поддержку до конца его дней. Мастерская художника, скульптора в данном случае, распространенный сюжет в живописи, начиная с 17 века. Как правило, изображался либо творец за работой, либо атрибуты искусства. Здесь зритель видит семейную сцену. Жена воятеля сидит на скамье, на которой облокотился ее сын. Она ведет неспешную беседу с горничной. Та убирает мастерскую и протирает лампу, освещающую статую. Сам скульптор показан в дверях, он заходит в комнату. Кажется, Оппенхейма интересует прежде всего приглушенное освещение и уклад тихой семейной жизни, размеренное течение разговора, идеальный обособленный мир. Ну, такое описание к работе мастерская скульптора Эдуарда Шмидта Лауница, автор Морец Даниэль Оппенхейм, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.